Не буду играть не просто так. Взяли небольшой ящик адреналина. Раз, два, три. Раз, два, три. Загасил. Я его тоже загашу. Фибл Смит, Амбрелла Викс, так? Давай, я попробую трюк, который тут один раз сделал. Поэтому главное всегда набить одну букву, а потом же само пойдет. Я не буду делать, я боюсь. Где смотри, там? Если я не докручу, я приземляюсь вот такую в плаху на колени. Для лучшего прогресса я всегда ищу вдохновление и получаю его от музыки. Компания JVC дает эту возможность, так как это лидер среди мировых производителей аудио и видео премиум-класса. У них просто прекрасное качество звука и зарядку держит 2 дня без проблем. Еще и голосовой помощник есть. Слава богу, у них флаг защиты есть. Наушники продаются эксклюзивно в магазине DNS. Ссылка будет в описании. Всем вассале... Всем салам алейкум, дорогие друзья, с вами я, Таймур Атаманенко. Сегодня я приехал в скейт-парк Крылатское. Влад Самокрутчик дал мне задание найти такого же парня, как и я. И мы сыграем с ним сегодня в самокат. И решим, кто из нас круче катается, поэтому... Смотрите, вот он уже! Это Иван, мой кореш! Меня зовут Ваня, я катаюсь 3 года. Ну и Тимур меня сегодня позвал сыграть скут. Но я думаю, я его выиграю. Тимур! Наверное, мне с вами тоже нужно поздороваться, так как это мой YouTube-канал. В общем, сегодня ребята будут играть в The Game of Scoot. Для мотивации, чтобы они друг друга гасили и как-то выводили на эмоции, они будут играть не просто так. Я сейчас пойду и куплю им ящик энергетика. Взяли небольшой ящик адреналина, 12 штук. Давай ящик пива возьмем, мне кажется, лучше будет. Напиши в комментариях, ты пьешь энергетики или нет. Мои энергетики, мое счастье. Заключай, кем ты это делаешь? Перфекционизм. А кто, ты же приоткрыл? Она открыта. Это Сева, блин, по дороге. Уже выдали одну. Чё за ловушка? Ребята, сегодня будут сражаться за вот этот ящик энергетиков. 18 есть? Да, вчера исполнилось. Так, тебе 18, тебе? 23. Все. Ребятам уже можно? Правила игры. Играем до 7. Давай до 5 2 попытки, чтобы да. Было интереснее. Окей, играем до 5 по 2 попытки. Давай, раз, два, три, раз, два, да. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот. Так, ну давайте для начала просто загадаем имплант в том вертфоле до копинга коснуться. Охренеть. Интересно, что загадает Тимур. Давайте это и посмотрим. Всем пока, я пошел. Первый трюк от Ванька я выполнил, теперь гадаю я. Давай сразу переместимся в рампу, и я загадаю там трючок для Ванька. А почему ты в капе? Ну, чтоб зуб не выбить. А ты же выбивал? Один раз упал, короче. Вот, типа, рассек подбородок и зуб сломал. И меня его вырвали. Ты придумал трюк? Да. Какой? Фибл Смит Амбрелла Юбскан. Поставил? Нет. Давай вот через большой фан, просто трёху двое паноба. Ты видел, как он перелетает фан с барспином, да. А Тимур с ножкой? Ну, Тимур... Тимур такой... катается 9 лет, а вот этот парень катается... Вот этот мелкий парень, которому 9 лет... Которому 21 год. Которому 21 год, катается всего 3 года. Ребят, я пойду еще раз сделаю Фибл Смит Амбрелла Викс кат. Вот, так что пойдем попробуем. Я не умею Амбрелла Викс кат. А он у тебя получается гасит специально? Ну, наверное. На вылете выкрутишь, а это надо сил много. У меня нет много сил. А у него есть, получается? Ну, у него тоже нет. Есть один трюк, есть вот это... Скажу, хорошее начало, поэтому главное всегда набить одну букву, а потом уж само пойдет. Дай трюк, дай,
1-0. Ну, он меня загасил. Я его тоже загашу. Ты когда ему был райт на вид? А ты там даже был райт не делал ни разу, да? Да. Охереть. Это так люто выглядело, красава. Кайфово. Откуда заезжать надо? Вот так сюда запрыгнешь, прям туда полетел. А, типа примерочная. Нет, ну да, я ни разу не делал. Не очень это много не, наберу. Нельзя так делать. Почему? Я ни разу, я примерюсь просто. И что? Ну я же не пробую. А что ты делаешь? Примеряюсь. Что в итоге с волрайдом? Я не буду делать. Почему? Ну потому что это долго надо, а не хочу время тратить. Ладно, давай прокинись сейчас. Ну давай попробуем. Давай, если ребята соберут 30 тысяч лайков, то мы снимем еще видос. Ну погнали. Собирайте лайки, если вам понравился этот парень. И как он катается? Я буду делать оба брайкиклес вот тут через фанник. Ну чего, оба брайкиклес я делал здесь, но я думаю, у меня получится с двух попыток. Короче, я загадываю Тимуру хил на... Не-не-не, давай заново. Давай, я попробую трюк, который тут один раз сделал, бар на хил на бар через фанбокс. Делать будем, давай гасите нахуй. Давай. Когда я умбрел на бар в Том Поттере. Ну как ты? Да я сделать мог. Смотри, он придумал трюк. Офигенный трюк. Хил на вип, на хил на вип гадай, вот через фан. Ребят, следующий трюк баттеркап в этом квадре. Что? Баттеркап. Тимур за энергетики порвет просто и загадает просто с другом поссориться. Ну, я могу еще раз хил на вип на хил на вип попробовать. Давай. Давай. Все, брат, мой за меня! Родной братишка! Ну я так себе пойду загадаю from buttercup на VIP. Вот. Вы же такие умные! Вы же меня тоже пытался загасить сейчас! Ну и что? Тут за маленький квотер. Я реально поссорится после этого гейма и больше не буду дружить. Да так всегда, когда мы на что-то играем с кем-нибудь вообще. Четыре два, да? Да это с учетом того, что ты не сделал вот это. Да, так нечестно. Ну давай, давай загаси его, потому что он реально нечестно поступает, как крыса. Ну, пойдем, пойдем, да, против Тимура, дошло. Давай. Тимур один останется, мы сейчас втроем его будем гасить. Почему? Я, втроем, я за Тимура. Это мой брат. Вырубай нарки. Ну я придумал трюк, я его вчера научился с первой попытки. Тимур не сделает, мне кажется. Но если сделает, будет, ну, интересно. Главное, чтобы ты сделал. Ну, вообще, да. Задолбал. Это было жестко. Давайте я попробую клип в уголок. Я не делал. Раньше, я не сделал. Я с прошлого лета не делал, я тоже не делал. Я вообще никак нигде в уголок не делал бэкфлип. Я делал только через паны на стол. Видел этот вылет? И чё? Я улечу. Почему все могут, все могут, а ты не можешь? Я улечу вот туда вот. Я не буду делать, я боюсь. Да я не буду делать, я не буду делать. Я не сделаю бы, наверное. Да конечно, да. Короче, я его говорил, сейчас у него есть три попытки, чтобы повторить этот трюк. Бэкфлип, это страшно, но реально. Он делает на стол его. На какой-то маленький кассет, да? В общем, я очень надеюсь, что он крутанется и хотя бы попробует. Блин, я даже не знаю. Можно попробовать, конечно. Давай еще пару примеров. Прыгну хотя бы там, я подумаю. Давай. Я тебя в мат. Давай. Погнали. Во, все, Богдан сказал? Все, в мат вписываешь, отвечаешь? Ну, на Big Mac Combo только. Вот, все нормально. Окей, ладно. Давай, погнал. Ну что не так сейчас будет? Я испугался. Я думал.
Смотри, там... если я не докручу, я приземляюсь в такую вплаху на колени. Короче, слился, да? Да. Еще одну, я верю. Да потому что Тимур гадает, блин, одни вот трюки, которые я вообще не делал никогда. Короче, он очень сильно расстроился, потому что Тимур его реально загасил. И в итоге Тимур, получается, победил. Как вы уже все поняли, я расстроен, потому что выиграл Тимур. На, забирай, это твой ящик энергетиков. А где еще два? Три. А я не знаю. Ай, козел, смотрите. Херня, Тимур, все, завершает. Я выиграл, но так как Ванек очень достойно боролся, мы делимся с Ваньком, поэтому... Ванек у нас заслуживает. А ты за него допил. Но я рад. Поэтому спасибо Владу за такие подарки. Ну, блин, Тимур, конечно, играл по-крысерски. Он гадал трюки, которые я никогда не делал. Типа, баттеркап я в маленьком подкатике, но не сделал. Ну, короче, что сказать? По слогам говори тоже. Короче, тебе понравилось? Ну да, понравилось. И выкинуть. Энергетики это вредно. Давай их выкинем реально все. Все, сейчас мы пойдем их выкинем. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И если вы хотите, Инстаграм тоже в описании будет, ребят. Ставьте 30 тысяч лайков. И ребята еще появляются у меня на канале. Не реванш, с ними что-нибудь поинтереснее уже. Ну да. Все, рука чистая, давай.